Там у робота официант опять еще один, который еду забирает. Что-то это уже превращается в череду непрекращающуюся, да? Снова сектор Да. Сегодня, блин, сколько? Сколько сегодня сзади уже у нас? Ну вот это третий барабан. Почему сервируют двумя палочками разными? Одной парой палочек мы забираем со стола еду, чтобы не с, ну, и тем, кто ешь, как бы не лезть в общую еду. А вторыми едишь. Поэтому ради, соответственно, как это называть, гигиены. Одни палочки для общей еды, вторые для себя.